сегодняшний день на территории муниципалитета находится 8 деревень. Они стараются быть первыми. Не надо долго собирать. Они активные помощники. Они участвуют и в инициативе бюджетирования, в обсуждениях и других различных программах. Стараются навести порядок на своих территориях. Крымский район – это одно из муниципальных образований, которое динамично развивается и показывает пример во внешнем облике, каким должно быть муниципальное образование. Не только центр, но и все населенные пункты района. Вы хороший тон задали и реально являетесь примером для многих. И, безусловно, те достижения, которые есть на сегодняшний день, они зависят от деятельности органов территориального общественного самоуправления в том числе. Потому что, имея таких мощных помощников, вы достаточно активно реагируете и имеете возможность решить достаточно быстро проблемы и недостатки в работе коммунальных служб, социальных служб, благодаря функции помощи и органов территориального общественного управления. Ну а ту работу, которую вы проводите, спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо за поддержку администрации Красноярского края, вице-губернатора. Спасибо, Александр, за поддержку парламента Кубани, вашей. Спасибо огромное вам, государственным и всем конечно, министрам. Огромное спасибо за поддержку жителей. Дорогие друзья, уважаемые тросовцы, сегодня мы чествуем победителей краевого конкурса названия «Лучший орган территориального общественного самоуправления Краснодарского края» в 2020 году. Этот конкурс – своеобразный индикатор деятельности любого квартального и домового комитета. Первая опора – это, конечно, тросовцы. И вы прекрасно знаете, что работаем мы с населением. Вы не последнее звено, вы первое звено всегда. Вспомним давайте, что было 5 лет назад, что было 10 лет назад. В наших поселениях, на наших улицах, где были дороги, где были новые детские сады. Я вам сейчас могу перечислить, и то всех не припомню. Крымск у нас, Сергей Олегович, здесь закрыл проблему детских садов. 5 лет назад у нас была очередь 2500 совместными усилиями. Посмотрите, Поканка, Южное поселение, Новоукраинка. Посмотрите, поотремонтировали сколько восстановили. Посмотрите, сколько мы потихоньку сделали вместе с вами. И опора у нас однозначно на вас. В преддверии того, что работы полно у нас, во-первых, уже мы обсуждали сегодня эту тему. Во-первых, повышение оплаты работы тросовцев, руководителей тросов. Это раз. Первый очередь. На это надо основные силы сейчас приложить, чтобы мы буквально эти вопросы закрыли в течение ближайших 3-4 месяцев. И второй момент. Это, конечно, увеличение суммы за первое, второе, третье место. На местах, где люди живут, в маленьких хуторах, в станицах, в поселениях есть душа. И вы как раз нам помогаете и чувствовать градус настроения людей. Как нам лучше объяснить, какие поправки изменяются в Конституции, что такое национальные проекты, как их в них можно поучаствовать населению, потому что местное самоуправление об этом говорит неоднократно президент, об этом говорит наш губернатор Владимир Кондратьев. Это действительно, что люди должны сами определять, что для них лучше на местах. И здесь во всех этих проектах национальных государственных программ, конечно, невозможно не отметить вашу большую заслугу.